Всем привет, ребята, это Зомби Вегас. Сегодня мы с вами в Друстоуне пытаемся пройти Тралгос Майнс. Тут есть две подмиссии, судя по всему, одна головоломка и одна в виде обычной миссии. Поэтому давайте пробуем, что они себе представляют. Так, первая миссия у нас заключается в том, что нам нужно дернуть два рычага. Говорят, смотрите, тут еще много этих 40 ножек. Так, два рычага нужно дернуть. Вот один, вот второй, да? И зайти в хайдаут. Кроме того, можно открыть сундучки и собрать вот этот крейт. А сундучки у нас вот один и вот второй человек. О, скорпион куда сильный. Иммун к пушу, телепорту и сдвиганию его. Понял, понял, хорошо. Так, тут динамит, я так понимаю, взрывается на 9 клеток. То есть, в принципе, он нам еще пригодится, но пока можно его не трогать. Так, скорпион на самом деле бронячий, но его магией можно неплохо покоцать, в принципе. Так, давайте, наверное, сейчас сразу же разыграем следующую комбинацию. Выйдем, получается, лучницей, выйдем магом. Тан-тан-тан-тан-тан. В принципе, можем взорвать, заодно взорвется этот спауринг. И да, говорят, давайте возьмем фокус. И дадим три таргета. Раз, два, три. Таким образом. Сразу же красиво все сделаем. И здесь тоже небольшой минус сделали, отлично. И двигаемся здесь. С воином можем пробегаться просто. Давайте посмотрим, что у нас. Так, тут динамит еще есть на самом деле. Не знаю, почему он здесь. Скорее всего, здесь будет кто-то спавниться, я подозреваю. Но это не точно. На самом деле, в этой игре почти всегда выгоднее разделяться героями. Я думаю, что в данной ситуации мы сыграем массово. И у нас все получится и так хорошо. Так, собрали какую-то лампу. Что она дает? Саммонит ифрита. Круто. На самом деле, я думаю, хороший бонус. Открыли один сундук. Давайте, наверное, принимать противников, потому что сейчас как раз самое хорошее место это сделать. Тем более, что есть экшн поинт. То есть мы, в принципе, можем сейчас их пропустить еще на одну клеточку вперед. Это зря, конечно. Это зря, случайно. Не заметил. Ну ладно, на самом деле все равно хорошо все. И тогда пропускаем их. Нас вроде бы время не поджимает пока что. Вроде как. Можем пока здесь стать и подпустить их поближе. Там есть динамит на заднем плане, в принципе. Так, видите, у нас они заблокировали проход. Давайте фокус. И их поджарим хорошенько. Так, на самом деле, я думаю, что имеет смысл сейчас просто отойти, чтобы они никого не дебафнули. И, а здесь будем расстреливать скорпиона. А, вообще, вообще, это тоже не проходит. Конечно, можем так сделать. Я думаю, так и сделаем, потому что он может его каким-то образом убить. Обычная атака будет один только дэмэдж, да? Судя по всему, да, один. То есть мы можем, в принципе, фури сделать. Точнее, ой, да, это фури, да. На 6 дэмэджа, это получится по нему 4 пройдет. В принципе, хорошо. Давайте пока, наверное, оценим, куда он дойдет. Можно просто отойти пока, чтобы он не напал. Да. Давайте, встаньте, пожалуйста, все в кучу. Все, отлично, все стали в кучу. Бестмастера мы завалим и так, без проблем. Так, на самом деле, есть еще, конечно, вариант вот так вот сделать. Но это усложнит процесс. Поэтому я предпочту все-таки быстро их зажарить следующим образом. Так, их зажарили и бежим дальше этим магом. А здесь пытаемся их побороть. Думаю, можно, в принципе, с разгона его разгударить для начала. Хотя, с другой стороны, можно его сейчас пока помансовать. У нас нету сильной атаки у лучницы, поэтому, в принципе, она вообще бесполезна здесь получается. Давайте ее пропустим, чтобы она бежала все дальше. Почему-то здесь нельзя по-другому пройти. Почему, непонятно. А, это чисто так, я понял. Это чисто... чисто так сложилось, скажем так. Хорошо, я думаю, что... имеет смысл дать разгон. Да, и... давайте выйдем из-под атаки и убежим от него.
лишний раз не подставляться. Заканчиваем ход. Чей подхилялся? Чертяка такой. Так, ну этот противник там не сильно страшен. Вон мискрип на самом деле. Да, и, к сожалению, мы не справляемся. Так, ну, что ж сказать. Тут нужно его бить. У него 4 дэмэджа, в принципе, немного, но я думаю, что у него есть какие-то скрытые способности, о которых мы не знаем. Так, все, у него осталось 4-3 хп. В принципе, после следующего хода мы бафнемся и должны его убить. Что касается этой ситуации, то здесь я думаю, что мы сейчас просто, кстати говоря, можем... Да, я думаю, что можем. У нас на самом деле не такая большая цель. Можем бафнуться, в принципе, защитой. И, с другой стороны, это не имеет смысла сейчас. Давайте, наверное, лучше все-таки пойдем пытаемся расстрелять бисмастера, который очень даже агрессивно настроен. Да, и что касается мага, то пока ничего не делаем. Так, ну форс-болт не беда. Так, один хп снимет. Так, один хп снимет. Давайте из него используем бонусный дэмэдж. А еще не можно? Не, получается, нельзя, к сожалению. Ну и ладно, на самом деле. Почему нет? Так, и здесь дожигаем его. Да, вот скорпион умрет. Зомби Вега сохильнем скоро. Так, здесь главное не... Да, давайте, наверное... Просто взрывем его, да и все. Да, и продолжаем двигаться. Ой, это... неприятный противник, на самом деле. Потому что сможет кого-то заморозить. У нас всего один дебаф, то есть нам сейчас нужно его использовать, этот дебаф. Так. Кстати говоря, можно вот этим магом его убить. Это вот создание. Страшное и ужасное. Я им убивает прошел. Так что мы можем на самом деле быстренько захиляться и пойти воевать. А здесь давайте подойдем и сразу же сжигаем. Я на секундочку испугался, что сейчас пройдет дэмэдж. Было бы очень неприятно, конечно. Так, ну я думаю, здесь подходим просто и даже хильнемся разик. Почему нет? Теряться нет смысла, полная жизнь. Так, заспаунились у нас достаточно слабые противники, спаунинги. На них можно особого внимания не уделять. И с другой стороны, можно заспаунить ифрита, который нам пригодится и поможет нам в этом деле нелегком. У них по одному дэмэджу, то есть они на самом деле чисто так доставляют неприятности, я не сказал бы, что сильно портят жизнь. Желатинуса дэмэдж есть, но он не очень высокий. Давайте подойдем вот сюда. Так, и я думаю, что имеет смысл сейчас свапнуться. Подойти и использовать кирчак сразу же. Так, хорошо. И здесь пока не будем подходить. А лучницей. К сожалению, надо было выстрелить сначала. Да, надо было выстрелить. Да, я думаю, надо переиграть этот раунд. Получается, подходим сюда, стреляем, меняемся. Конечно, можем его с двух ходов заварить. Говоря, на самом деле, наверное, так лучше будет. Мы в следующего хода застрелим лучницей и сразу же пойдем дальше. Там, в принципе, этот рычаг не сильно горит. А здесь давайте повторим эту комбинацию. Мне кажется, это рациональная идея. Шокирующая атака. Так, ну я смотрю. Пока что по карте не появляется больше противников. А вот появились. Значит, нужно быстро сюда вылазить. Убегать быстро. Любыми возможными способами. В принципе, они достаточно, наверное, будут слабые. То есть их можно будет, скорее всего, осилить.
при помощи простой комбинации. Магическая, но не факт, на самом деле, не факт. Я смотрю, здесь немножко не хватает одной клеточки, чтобы это сделать, реализовать сейчас момент. Поэтому пока, к сожалению, пропускаем ход. Что касается лучницы, то... наверное, имеет смысл сейчас дернуть за рычаг. Так, и... наверное, забрать золото. У нее 4 жизни. У этих 3 атаки. В принципе, сейчас они... если не ошибаюсь, они сейчас только исполнятся, они еще не атакуют. И, грубо говоря, мы себя чувствуем нормально. Так, лучница, в принципе, себя чувствует хорошо. Она могла бы пробежаться быстро, но я думаю, что можно сделать вот так вот. Спилбука, еще один хил появился у нас. Да, я думаю, хил нам нужен. Ревайв у нас есть, конечно, но он пока не нужен. И, кстати говоря, можно нокаут в этом раунде, в этой игре. И при этом это не будет штрафом. Что на самом деле очень даже лайтовая миссия получается, на первый взгляд. Я не знаю, может быть, когда мы откроем двери, то еще будет какая-то опасность. Не исключаю, но, скорее всего, нет. Так, я смотрю, здесь новая порция их злобных существ. На самом деле, можем их немножко поджарить. Они бегают не очень сильно, и потом взорвать динамит. Так, и убегаем от них, просто убегаем, чтобы у них не было соблазна. Так, к сожалению, у нас какой-то хорошей атаки для этой ситуации нету. Да, это я на самом деле зря. Но с другой стороны, можно сейчас просто пробежать, получится и все пооткрывать, что осталось. А вот по части как раз... да, кстати, я думаю, наверное, так и сделаем. То есть одна будет opportunity атака. Даже две. Две атаки будут. Вот, давайте тогда сюда идти. Я думаю, имеет смысл тогда убить сразу же этого спаулинга бонусной атакой. Так. Убиваем. Получится немножечко, может, похиляться заодно. Все, отлично. Небольшой дамаж не критичен. Здесь смотрю, что... ага. То есть не выбрали такой путь. Я думаю, что имеет смысл сейчас подойти взорвать их, пытаться. Хотя... хотя, с другой стороны, можно сыграть его таким образом. Да, вот, конечно, у мага будет веселая гонка. Не за жизнь, а смерть будет бороться. Так, на самом деле, можно и фрита оставить драться. Здесь мы сейчас застреливаем. Хотя мы можем на самом деле его убить и при помощи зомби Вегаса. Но я не вижу особого смысла сейчас. Лучше выполнить миссию быстрее. Они вместе быстрее справятся. А что касается этой ситуации, то здесь, пожалуй, имеет смысл сразу же сжечь одного из них. Action point манит, конечно. Не хочу рисковать. Нам падать сейчас ни к чему. Совершенно ни к чему. Ифрит принимает этого. Отлично. Занял его ненадолго. Кстати говоря, здесь уже достаточно близко. Это уже зона опасности, так сказать. А где еще один сундук? А, вот еще один сундук, точно. Так. Я понял. Надеюсь, что сейчас мы добежим. Да ладно. Это плохо. У нас еще есть, конечно, дебаф. В принципе. То есть мы с этим совладаем делом. Но просто неприятно. На самом деле. Пока бежать нет смысла особо. Так что заканчиваем. А, стоп, не заканчиваем, стоп. У нас же еще есть маг, который тут встрял, так сказать. О, мы даже не попали под зону опасности. Отлично. Тогда здесь заканчиваем. Сейчас посмотрим, что здесь произойдет. Кого он? А, он так. Я понял. Можем, конечно, поднять лучницу. Что у нас по противникам? Пока никто не спаунится, в принципе.
давайте здесь эту синтепеду расстреливать тихонько. Ну, здесь однозначно нужно его добивать. Без вариантов. А дальше уже разбираться со всем остальным. Лютая погоня. Я думал, что учитывая, что мы почти выполнили миссию, то... Зона выхода? Что? Интересно. С ней намекаешь, что нам еще придется что-то еще сделать, судя по всему, в этой миссии. Интересно, может кого-то надо будет вывести после этого? Так. Я думаю, на самом деле открываем просто сейчас ящичек. Все, осталось выйти. А кто еще не проходил? Ха. Можно какой-то ability остановить. Прямо эти сороконожки прямо устроили заговор против моего мага. Урастите сопнос, нельзя. Ну ладно, на самом деле давайте тогда сыграем надежно. Остановим фури. Подойдем еще хильнем бучницу заодно, раз такое дело. Чик-чик-чик. А, вот там все равно дамажа не хватает. Рукопашкой победить. Так, все, мы на карте все собрали, все интересное лутнули. Еще только ящики есть, на самом деле, вот там вот интересное. Может быть, золото есть бонусное. Да, есть золото. Да, и вот еще ящики, ладно, давайте. Давайте станем прямо с выходом. Чтобы уж точно. Что-то золотишко реально полезное. Нам в миссиях вообще в самый раз. И выходим. Да, все сделали. И это не намекает на то, что теми, кем я и выйду, те и будут в следующей миссии. Если так, то я зря на самом деле такое сдавил, потому что у нас улучшится не захиленная. Надо было подхиляться немножко. Все, один остался. Ей, победка. Миссия оказалась достаточно легкая. Получили новые вещи в магазин. Ребят, в этой миссии у нас цель пережить нападение кучи противников, которых нам будут саманить на эту арену, так сказать. И также нам будет саманить этот огонь, которым можно пользоваться и который будет косать параллельно. То есть давайте я вам покажу, как я себе это представляю. Для первого раунда нам нужно убить всех этих пчел. На самом деле здесь используем, я думаю, крутяшку. Она все равно не очень эффективна в этой миссии получается, потому что здесь очень открытое пространство. Вряд ли противники будут стоять в куче. Что касается этой ситуации, то мы слапаемся с пчелой. Нападают на огонь. Огонь наносит урон до хода противника, поэтому она сгорит просто-напросто. И здесь, чтобы не экспериментировать, мы просто сжигаем всех остальных. У нас 3 заряда молнии, то есть, в принципе, более чем достаточно. И мы этим воспользуемся. Так, что касается здесь этой ситуации, то мы просто лучницу используем и пробегаем. Так. У них намечаются саманы, судя по всему, следующего хода. Я уже с этого. Ладно. Так, как бы мне выбраться из этой ситуации? Тан-тан-тан-тан-тан. На самом деле можем, конечно, этих крыс раскидать не слабо, но для этого нужно слапнуться с кем-то. Да, я думаю, слапнемся с воином. Добегаем до сюда. Ай, больно. Фокус и молния. Сразу же сожжет всех. Я забыл, без фокуса можно. Почему-то я постоянно пытаюсь сделать это с фокусом, хотя на самом деле для этого фокус не нужен. И давайте здесь возьмем, наверное, еще один заряд щита, что ли. В принципе, блок двух атак — это неплохая вещь. Давайте щит возьмем.
что айс у нас есть, так есть. Он мне не очень нравится как скилл такой, посредственный на самом деле. Так, что здесь? Здесь у нас есть возможность. Так, выйти из-под удара. И можно, я думаю, что просто двоих коснуть понемногу, чтобы в следующем ходу их убить. Так, а здесь мы просто одну втолкаем. А, втолкать нельзя, близко очень. Значит, просто сейчас наносим урон. И выходим вот сюда вот, из-под удара. Ой! Это я случайно. Просто выходим сюда и все. На самом деле, я думаю, сейчас мы кого-то спарим на огне из этих существ. Это будет хорошая опция. Так, здесь 2 хп, здесь 5 хп. Копье не долетает. Так, ну как раз 3 урона ему нанесется. Он у нас уязвимый для такого. Так. Отлично, сапнулись. Да, это в безопасности. Но единственное, что мы сейчас, конечно, зря сделали немножко, потому что мы, получается, получим урон зомби-вегасом в любом случае. А, они не наносят атаку. Все, хорошо. Тогда я доволен. Можем просто разойтись. Здесь можно даже метнуть копье на самом деле. И забрать его сразу же. Все, отлично. Разыграли эту ситуацию. У нас, конечно, есть маг еще. Теряться бесполезно. Собственно, нечего сейчас делать по-хорошему. Заканчиваем ход. Так, новые саманы. Ой, наш любимый скорпиончик появился. Как любимый, вы знаете, насколько я его люблю. Не самый прекрасный персонаж, но что и поделать. Так, ну здесь я думаю, что оптимальный вариант будет просто... Просто-напросто коснуть и выйти из-под удара. Он не наносит opportunity атаки, то есть можно на самом деле реально просто его ударить. И отбежать. Вот сюда вот, я думаю, даже. Так. Я думаю, что можем забрать золото и отбежать вот сюда вот. Так, ну в борьбе со скорпионом будет, думаю, лучший вариант использовать щит, который как раз блоканет его две сильные атаки. Если его косает огонь, интересно. Скорее всего, косает. Ой, это, конечно, сомнительную комбинацию. А, он же не свапается, блин, что я, зачем я это сделал, на самом деле. Странный мув. Да, это очень странный мув был. Давайте переиграем. Под защитой он находится. Так, здесь походили. И все, остался только вот этот персонаж, который будет ходить. Скорпион. Так, отлично. Одного атаку блокировали скорпиона. Файер прошел. Так, ну... Этого можем сейчас убить. Да, я думаю, так и сделаем, только единственное, используем для этого. Да, используем для этого двух нелимонных юнитов, чтобы можно было воинам пойти его коснуть. Чтобы он не взорвался, не нанес нам урона лишнего. Делаем следующую комбинацию. Так, здесь я думаю, что имеет смысл. Получается, мы получаем двойной урон и... Ну да, не очень приятно. Поэтому лучше поставить с зомби-вегасом. Ударить его из фури. Отлично, 4 хп уже осталось. На самом деле, это не так много. В следующем ходу должны закончить. Смотрите, у нас все биты. Я думаю, что имеет смысл сейчас свапнуться с лучницей, чтобы она получила дэмэдж. И потом мы сможем хильнуть всех сразу же. Так, новые снаряды.
Она даже упала, на самом деле. Но не страшно. Так, нам бы сейчас как-то... У этого выхода из атаки, из-под атаки нету. В случае аккуратно. Нету, к сожалению. Потому что его убивать не хочется, но с другой стороны, если не убить его сейчас, то... Все плохо закончится. Здесь метаем копье. И шмаляем снаряд. Так, все, все пределы открыты. Теперь начинается нападение стороны престолов. Так, нам нужно поднять нашу магию, лучницу. К сожалению, пока мы этого сделать не можем. Но скоро сможем, очень скоро. Там еще и снарядик один. В принципе, для двойной атаки вообще отлично. Посмотрим, что будет делать маги. Они будут саммонить. Самое неплохо, в принципе. Надо бы, конечно, блокировать какую-то сторону одну, чтобы они пошли в одну сторону все вместе. Это, конечно, слишком самонадеянно, но хотелось бы. Реально хотелось бы. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати говоря, на самом деле хватает ходов, чтобы там сделать комбинацию. Он даже сможет атаковать, в принципе. Давайте сделаем так. Свапнемся с ней. И поджарим этих ребят. Ты говоря, если воин проедет, наверное, он двоих убьет, скорее всего. Я подозреваю так. Ну, надо заблокировать просто сейчас его. И сразу же убить одного этого парня. Это имеет смысл. Да, на самом деле прячемся просто от урона. Так, еще один саммон. Что эти будут делать? Скорее всего, будут кастовать фаер. Интересно, откуда? Вот в чем вопрос. Достанет ли он? Не достали, отлично. Это самое важное, на самом деле, в этой ситуации. На импатра драгоценную атаку не сильно хочется. Я думаю, имеет смысл сейчас хильнуть всех под фокусом. С другой стороны, можно использовать блокировку урона. Давайте, наверное, так и сделаем. Блокировка урона поможет избежать их опасности. И позволит нам сейчас дать фаербол хороший. У нас есть еще возврат, если что, в начало хода, если не получится эта комбинация. Я очень надеюсь, что получится. Моя комбинация выглядит вот так. Не работает. Не работает, не работает никак. Хорошо, тогда переигрываем. Блокировкой урона мы можем, на самом деле, зомби Вегасом пробежать самую гущу событий. Забадить на себя всех противников. И таким образом очень сильно помочь ситуации. Кстати, у этого еще есть блокировка урона, еще одна. Два фокуса, и давайте используем один. Блин, ну что такое? О, вот, отлично получается. По крайней мере, мы их косим двоих. Что моя цель здесь просто вот это сделать было. Отлично. Ворваться в самую гущу событий, потому что мы под блокировкой, мы можем себе позволить это сделать. Кстати, слапнуться можно будет потом. Коснуть на себя щит и слапнуться. Тоже вариант неплохой. Заканчиваем ход. Да, сейчас пойдет серьезный, конечно, дэмэдж. Но, с другой стороны, не такой серьезный. Так, здесь мы можем снова, на самом деле, разогнаться и ударить. И не можем. Куда-то идти для начала.
Для этой ситуации у нас есть супермаг. Цель которого на самом деле разменяться с этими брестами. Пам-пам-пам. Как бы всех убить, я думаю. Можно, в принципе, закинуть копьем в одного. И магом сжечь их, как вариант. Это одна из опций. С другой стороны, можно сейчас использовать фокус. Можем поменяться следующим образом. Хотя, говоря, они неплохо стоят под... Неплохо стоят. Ну, на самом деле, победить тех ребят не так сложно. Кстати, у нас есть хил. Это, кстати, меняет обстоятельства очень сильно. Тем более, у нас еще есть блокировка на этот ход. Все, отлично, меняемся тогда. Делаем фокус. Фаербол сюда. Я думаю, что можно даже пытаться дострелить. Да как же так-то? Так, надо добежать до того противника. Самое плохое, что дэмэджа хватит им, если они захотят сейчас нас убить. Пум-пум-пум. Ладно, чтобы не рисковать, давайте тогда дадим фокус. Массовый хильчик. Не достает, серьезно, одной ячейки не хватает. Ладно. Тот, у того еще есть щит, в принципе, так что он выживет. Так, ну а здесь, думаю, убиваем импа и бежим хиляться. Отлично, он дает файр, который фактически нивелируется нашими скидочками. Так. Вмазываем его в стену и сразу же достреливаем. Так, что здесь? У нас, в принципе, они стоят так, что можно их добить. Пам-пам-пам. Фокус закончился. У нас нет возможности особо их. Кстати говоря, можем просто, да, блокировку сделать. Ну, и он проживет еще один ход таким образом. Так, и наступаем. На самом деле можно еще забрать золото, потому что, не знаю, оно забирается равно, если мы закрываем миссию. Так, так. И здесь я думаю, что можно потихонечку убивать крестов. Блокировка остается. Самое плюсовое, что блокировка, она не ограничена по времени. Это реально очень хорошо. Позволяет этому скиллу быть крайне полезным. На самом деле можно даже поменяться. Он смог тоже внести свой вклад. Даже с увеличенным дэмэджем убьет сразу же. Да. Так, стреляем. Не, ну ладно. К сожалению, не убьем сразу же. Надо помочь всеми героями. Еже. Всех убили. Даже без потерь. Прекрасно. Просто надо было прикачаться реально под эту миссию, потому что, видите, это очень помогло. Вот эти уровни получили. Давайте качаемся сразу же. Воу, нам продолжают накидывать здания, которых все больше и больше. Прекрасно. Давайте глянем, что у воина и что у нас у лучницы. У воина. Воу, этого я не ждал. Можно одевать двуручные вещи в одну руку. Интересно. Это бонус союзникам. Recover 3 хп и снятие всех негативных эффектов. Неплохо. Ух ты. Автохил, если нет союзников рядом. Тоже интересная вещь. На самом деле, учитывая вот этот вот скилл, меня заинтересовал на самом деле. Получается, что мы сможем взять еще одно оружие. Использовать его свойства. Какие у нас есть опции? Давайте глянем.
В принципе, можно будет даггер взять. Какой смысл? Как понимаю, мы все равно бьем одним оружием, вряд ли двумя. Вторая, что есть какие-то эти плюшечки, которые пока у нас нету. Поэтому давайте, наверное, возьмем все-таки Recover HP. Мне нравится эта перочка. Реально можно будет взять. Конечно, 4 squares это много, это на самом деле. Ну, такой скилл не самый лучший. Лучница. Регенерация. Выбирает цель. Ух ты, и эта цель регенерирует 1 хп каждый ход. Так до конца игры. Ну, до конца карты. Классная вещь, на самом деле. Это можно использовать, накинуть на двух героев, если улучшить. Да, он двух героев. И вообще классно себя чувствовать. Например, у мага играть через щит, а у лучницы играть через регенерацию на мага, на воина, точнее, на нее. То есть неплохая комбинация. Что касается торговца, здесь пока ничего новенького. Все то же самое. Да, все то же самое. Да, ребят, на этом все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч, новых видео. Пока-пока.